Именно здесь, на стадионе Центральный, в рамках 7-го тура Мелбет первой лиги, Волгарь принимает Нижнекамский Нефтехимик. Стартовал наш матч. Отдает направо, здесь продолжает вращение. Еще одна подача. Скидка в центр. Немножко сутолок. Удар! И какой сейф от Обухова! Данила Козлов, по-моему, здесь пробивал. Ну и вот первый супер момент мы с вами увидели. Снова из Нижнекамска никого. Опасная игра. И фол со стороны Артема Делькина фиксирует его тезка Смолин. Отодвинутую стенку. Хубаев. Удар поворотом. Олег Смирнов выуживает мяч из-под перекладины. Сейчас опасный может быть момент. Хорошая передача, удар поворотом и еще один эффектный сейв. После удара Дмитрия Лесникова записывает себе в актив Игорь Обухов. Коллективный отбор в исполнении футболистов Нефтехимика. Еще один пас в касание здесь Локтионов. Уридия. Уридия, удар поворотом и какой красавец гол влетает в ворота Олега Смирнова. Мераби Уридия снова отличается на центральном стадионе Астрахани. Вспоминал я его гол в позапрошлом сезоне. Тогда он сделал счет 3-1. Не в пользу своей команды. Наверх штрафную. Локтионов. Удар в ближний угол. По-моему, даже не от Локтионова. Мяч летел, а от защитника. Подача в штрафную. Штанга! Добивание! И вновь! Ой-ой-ой-ой-ой, Царукян! С левой ноги пробивал, выцеливал он от дальний угол. И звучит финальный свисток. Кирилл Новиков впервые обыгрывает Волгарь.